обследовав территорию, был обнаружен авиабомба АО-10 в боеготовном состоянии, которую группа пиротехнических работ изъяла и была доставлена на взрыв для уничтожения на полигон. Радиус. Разлет осколков приблизительно около 850 метров. Ты, короче, вырвешь, а я потом у тебя. Ну, 20 назад. На всякий случай, потому что мне пиздели, что у них бензин. Да. Вещь заинтересовала. До конца поворачиваешь направо. Потому что он тоже ж такой же лежит вот. На данный момент мы забрали авиационную бомбу АО-10, которая была найдена вчера. Мы ее вывозим на подрывную площадку за город и будем уничтожать. Она представляла опасность для населения? Конечно. Данная бомба первой категории может транспортироваться, но при любых воздействиях на нее может механических, а также там, при бросках в огонь и вообще.